сессии было принято ряд важных вопросов для жизнеобеспечения Харьковской области. Первое – это, конечно, внесение изменений в предоставление длительного кредитования на льготных условиях для строительства на селе, в котором теперь в связи с изменениями будут иметь возможность участники антитеррористической операции получать это кредитование. Также было выделено дополнительное финансирование на финансовую поддержку участникам антитеррористической операции в размере 1,5 миллиона гривен. Мы приняли из государственного бюджета дополнительное финансирование на сферу здравоохранения в размере 68 миллионов гривен, которая распределится в соответствии с потребностью на районы Харьковской области и будет направлена на обеспечение заработной платы, а также предоставление услуг временно перемещенным лицам, чтобы все вовремя получали медицинское обслуживание, то, которое гарантировано Конституцией. И мы на этих постулатах стоим. А также была принята программа развития поддержки малого и среднего предпринимательства Харьковской области. Эта программа была разработана совместно с общественностью, совместно с представителями малого и среднего бизнеса, с представителями науки, а также государственных органов управления, поддержана всеми комиссиями безоговорочно, что позволит нам в новом формате развивать предпринимательство, давать возможности студенческому предпринимательству, давать возможность развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса, внедрить новые подходы к развитию этого направления. Поэтому считаю, что эта программа есть наиболее эффективной. Надеюсь, она покажет свою эффективность в дальнейшем.